Всем привет! Хочу сегодня рассказать о процедуре, которую делает доктор Орлов. Называется она ручная пластика. Что это такое? Это процедура для лица, в результате которой формируется овал, то есть особенно это касается вот этих вот частей нижних, которые у нас постоянно со временем отвисают, отекают и прочее. В результате овал становится не как раньше такой именно четкий, а он начинает вот здесь отвисать, тут второй подбородок. Вот что делает доктор Орлов? Он руками делает специальный массаж вот этих областей, шея обязательно, в результате чего уходит лишняя вода, то есть это вообще лимфодренаж. Уходит лишняя вода, уходит отек, уходит лишний жир, который у нас тоже вот здесь вот оседает. Ну, все знают, что такое второй подбородок. Уходит этот самый второй подбородок. И, в общем, это происходит сразу, прямо после процедуры. То есть, ложишься ты в одном состоянии, а встаешь, у тебя уже нет подбородка второго, нет уже никаких отеков под глазами, и все это очень быстро уходит. В это трудно поверить, но это действительно так. Процедура очень крутая. А еще, кроме того, у кого есть серьезные какие-то морщины, просто у меня пока таких нету, есть еще рефлексотерапия, которую Орлов тоже использует для лица. Ну, то есть это тонкие-тонкие серебряные иглы, которые вводятся в определенных местах под кожу. Ну, это лоб, там, где еще морщины больше бывают, здесь, здесь. Соответственно, вот в этих тоже областях. И с помощью этой процедуры реально убрать, конечно, не глубокие, но реально убрать большое количество мелких морщин. Все это делается обязательно с определенным кремом, куда входит масло кокосовое, которое тоже очень хорошо влияет на кожу. Далее еще для лица используется гуаша. Гуаша – это такая процедура, когда тонкие пластинки из, как сказать, рогов, и там еще используется панцирь черепахи, вот этими пластинками делается определенный массаж. Это и для тела, это делается и для лица в определенных случаях, чтобы усилить кровообращение, разогнать лишнюю жидкость, сделать хороший лимфоток. В результате чего мы получаем прекрасные результаты, так что рекомендую.